следующем «Перебрасывать камень» готовятся Михаил Кокляев и Том Макклур. В итоговой таблице чемпионата мира после двух упражнений сразу четыре атлета делят между собой седьмое место. Это Михаил Кокляев, Том Макклур, Ван Хатфилд и Эрвин Катон. Впереди еще четыре упражнения, и я уверен, что Михаил Кокляев будет бороться до конца за победу на чемпионате мира. Кокляев хорошо умеет закладывать камни атласа в классическом варианте. Ну и такой вид упражнения не вызывает у него особых затруднений, и на его счету уже два повтора. Том Макклур старается не отставать от соперника. На опережение сработал только что Михаил Кокляев. Американский атлет, тем не менее, сравнивает счет. Четыре повтора уже в копилке Михаила. Счет становится 4-4. Вновь впереди Кокляев и счет 5-4. Уже не те силы у Макклура, но его неудачная попытка привела планку, через которую атлеты перебрасывают камни, в колебание. И это помешало Кокляеву выполнить шестой повтор. Атлеты приступают к завершающей попытке. Макклур не справился с камнем, а Кокляев на последних секундах выполняет шестой повтор и становится лидером в этом упражнении.